За то, что ты принял участие в конкурсе, сделал отличный рисунок. Соответственно, мы тебя награждаем. Спасибо большое за то, что принимаете участие в разных конкурсах. Это очень круто, что дети проявляют интерес к пожарной безопасности. Юных жителей курортного района наградили за творчество дома. Работники отдела надзорной деятельности курортного района поздравили победителей конкурса в Сестрорецке. В связи с неблагоприятной обстановкой в городе, это из-за коронавируса, мы будем награждать по одному участнику. Данный конкурс у нас проходит на территории района постоянно, то есть будут охвачены все юные жители. Вот. Будем надеяться, что это как пройдет, как и профилактика, так же, как и безопасность для юных жителей. Конкурс проходил весь апрель, во время коронавирусной изоляции. Дети курортного района могли нарисовать и прислать свой рисунок по пожарной тематике. В итоге участников конкурса оказалось большое количество. Победители смогли прийти в пожарную часть номер 27 в Сестрорецке, пообщаться с сотрудниками МЧС, а также посидеть за рулем пожарной машины и опробовать работу пожарного ствола, который используется при тушении пожаров. В целях безопасности посещение пожарной части проходило в индивидуальном порядке. И, конечно, никто из пришедших не остался без подарков. Среди призов победителям конкурса были различные пазлы, конструкторы, набор для домашнего творчества, набор для 1 сентября и, конечно, диплом настоящего спасателя. Организаторы обещают и дальше проводить подобные конкурсы. За то, что участвовал у нас в конкурсе, тут вот лежит грамота, и тут же подарок для тебя. Спасибо тебе большое.